Здравия желаю, Ваше Величество. Здравствуйте, Александр Васильевич. Наслышан о вашем мужестве, об отваге, проявленных на Балтике. Я действовал, как повелевает долг, Ваше Величество. Я пригласил вас, чтобы лично оповестить о нашем решении. Дело в том, что еще до войны мы договорились с Англией и Францией о том, что проливы Босфор и Дарданеллы отойдут к нам, к России. Поэтому ваша главная задача – укрепление русского флота на Черном море и взятие Константинополя. Меня переводят на Черноморский флот? Вы получаете звание вице-адмирала и становитесь главнокомандующим Черноморским флотом. Сейчас ваш опыт необходим там, на Черном море. Ведь ключик от Берлина находится на Босфоре. Благодарю за доверие, Ваше Величество. Примите это. Пусть образ многострадального Иова укрепит вас. Благодарю. Желаю удачи. Разрешите идти, Ваше Величество. С Богом, адмирал.